Ой, через свой телефон смотрю. Я подсвечу тебе тоже еще. Ну там куда-то идет. Класс. Да, да, идет. Я помог ему, придется ползти. Че ты? Я говорю, помог ему, придется ползти, как сука чел. Потом отряхнем тебя. Ногами отобьем. Давай, Вован, найди что-нибудь интересное. Мне кажется, туда уже не раз лазили вот так. Мне тоже так зрело. На стопу до вот так лазит. А вот дальше я не знаю, куда. Че, есть куда дальше, Вован? А вот дальше я не уверен, что я проползу. Что ты говоришь, не видишь? Я говорю, дальше я не уверен, что я там проползу. А, там пиздец, да? Мне надо куртку снимать. Пытайся, Вован. Ползти как черти, надо куртку снимать. Ну там есть дальше ход? Сбок может быть, и то может быть. Надо проверять. Ты хочешь сказать, ты не пролезешь? Или мы все не пролезем? Я хожу. Но я говорю, я не знаю, там дальше есть ход или нет в бок. Ну лезь. Да я вылезу потом оттуда. Если ты влезешь, значит ты вылезешь. Стрёмно. А? Стрёмно. Блядь. Да я погляжу. Погоди. Я шкурку уже снял, если я дальше не полез. Видишь? Сбок. Ну да. И хз, есть там проход или нет? Ну да. Скорее, навряд ли. Не, ну тут бы подкопать, конечно. Смотри, раз здесь вот заканчивается на этом уровне. Вот. Ты, скорее всего, там до туда же. Ну, похоже на то, да. Нихуя его вот так высыпали. А хотя, сука. Хотя фиг знает, слышишь? Чё? Может быть и есть. Ну тоже там, тоже ползти надо. Там везде ползти надо, реально. Ну смотри, кто-то уже пытался делать, да, что-то. Угу. Надо копать больше просто. Копать, да. Надо копать, почему? Надо, потому что... И что, да. Какие выводы? Выводы в том, что я, в принципе, там, может, и пролезу туда. Давай. Ну тоже так себе вариант. Сука. Ты лезешь? Если что, Вала, мы будем копать. Отлично. Спасибо. Ты настоящий друг. О, полез червяк. Главное, пузо там видел, железка, не распарись. Нет. Я понял. Куда ты его свистил там? Не-не-не. Че? Вот. То, что я смотрел. Отсюда, ага. Но? Это там тоже маленькая дырка, то есть там нет прохода. Да ладно. Да. Как так? Ну вот так вот. Я только как ЧЗВ. Испачкался, ёпта. Не хочешь? Нет. Снимаю шляпу перед тобой, чтобы ты её одел. Ну? Короче, да, их нехуёво разбомбили. Да, к сожалению. Бля. Я ещё куртку снял. В надежде. Бля, да. Надежду. Где ты тут? Заебись, блядь. Ой, туда. Ой, блядь, давно я так, сука, не лазил по такой хуйне. Совсем зажрел, блядь. Ну, честно говоря, печально. Да. Ова, чей баллон? Мой баллон. У меня не такой. Да, его разбомбили конкретно.
Ты там дальше. Ну, последний шанс только. Выключи налобник. Винтуху идти проверять. Да, надо эту грядку проверять. Обнаруженную. Ну да. Самым старым из нас. Ну здесь больше нечего ловить. Ну именно конкретно здесь, да. Ладно, что, ползем отсюда. Я уже от радости куртку скинул, думал пролезу, посмотрю, но там не пройти дальше. То есть оно по всему периметру получается перекопано. То есть засыпано. Ладно, погнали отсюда. Чё это ты? Его как-нибудь в ту пещеру будет свозить, типа Ласта. Ласта? Так, по-моему, там был. Не. Нет. Он там не был. Вот он точно полезет туда, где я был. Кто? Меня... Ну, поехали сегодня. Не ходили туда. Сло... Поедешь? Поехали. Только сперва в эту. Если вы тоже куда? Полезете. Да, покон. Не, я туда не полезу. У меня нет вещей, чтобы ползти. Я один не поползу, чё. Ну, я заползу. Ну, поехали. Ты-то просто не знаешь, куда ты писанулся, ну, только что, братан. Ты будешь первым ползти. Да, мне-то как бы, ну, не стрёмно, поверь. Если ты заползёшь, то заползу и я. Базар тебе нужен. Я же... Давай, скажи, пусть подписываются, да, ставят лайки, знают, пишут комментарии. И ставить лайки. А мы поехали до следующей локации. Ждите. Ждите, если видео выйдет, значит... Он просто знает, если куда мы... Если видео выйдет, значит, мы вылезли. Чё, погнали. Холодно тебе? Холодно, искусство, блин. Ой. Я думаю, опять какую-то жопу вылила. Затащили еще и, блядь. Я не слышу, я сейчас, подожди. Я говорю, жопу мира затащили еще и ползти буквой. Че ты недоволен? Я не говорю, что я недоволен. Это позитивные мои эмоции. Давай. Если они будут негативные, ты поймешь. Нет, давай. Дальше там будет свободно. Э? Не, это только при начале. Кстати, вот. Ты вообще говорил про воду, которую хуярил? Ну. Прислушайся. Вот, мы сейчас будем проходить, и вот сверху нас будет просто хуярить вода. Нафиг ты мне это сказал сейчас. Ну вот, я машину прям отведу, что я сегодня опасаюсь. А зачем ты мне это говорил? Когда? Сегодня. Сегодня? Я не знал, что мы вообще сюда сегодня пойдем, если честно. Уёпте. Уёпте. Честно, я даже не знал, что мы... У меня ни процента не было на то, что мы сюда сегодня поедем. Понимаешь? Нет. Я вообще в своем магазине вот прямо посередине вот так хуйня шел. Ну, магазином то что. Да, просто хуярил, шел, шел. Ой-ой-ой. Это тут скользнуть нормально можно. Что будет удобно. Ну смотри, что, нормально искупаешься? Не, спасибо. Блин, слышишь? Слышишь? Вова! Опа! Вот этот холм мне очень нравится. Даже как будто туман стоит. Что здесь? Ну, туман стоит. Ну, есть такой, да. Конденсат. Ага. Ну, как вам холл? Вот холл пиздатый, да, вам? Чё? Пиздатый холл? Да, если считать, что это всё попадало с потолка. Да. То это меня не вдохновляет. Я уже старый, больной человек, бля. Кто бы говорил? Очень много людей ходило. Ну, кстати, многие, может, ну, не знают даже, где это. А теперь сюда многие не попадут.
Почему? Ну потому что они увидят заборы, и тем более они никуда не пойдут уже, понимаешь? Людей это остановит. Интересно, это родниковая вода или это... Я много раз узнал, но я думаю, что можно пить. Вот я... Иди пей, Вова. Ну, почему бы она обзывалась? Какие я обзывался, но кто-то первый получается делать. Эти, говорю. Как это, блядь, скользко, мокро. Вон на краешек встал, там по камешкам уже все равно все давно. Ну. Я ж тебе тоже в ладошку не соберу. Собери. Почему нет? Ну, будешь с ладошки пить? Конечно. Ты что, мне предлагаешь умирать от жажды? Иди. Да, такая. Блин, конденсат. Да. Ну ты, блядь, офигел. Чего? Ты хочу, блядь, меня туда привезти, когда у меня ноги сломаны были. Я на костылях шел после операции. Ну что ты уходишь? Стой. Чего? Стой, падла. Обидели стенку. Не, место там прикольное, но вот то, что ты, я говорю, меня хотел сюда привезти, когда я был со сломанными ногами. Все, да, у меня фонарь под вздох. Видать, малой игрался. Давай, сваливай, главное свалить на кого-то. А? Главное свалить на кого-то, конечно. Не, ну какой же это офигенный запах? Но это еще не самый финиш, что тебя ждет. Я уже понял. Ладно. Ты боком иди. Дай мне фонарь. Да. Я сел. Молодец. А? Все, будет без фонарей. Давай этот. Да, мы. Могу с этой дать. Сейчас, держи. Да, он яркий. Ну что, let's go? Не забыл потом отдать. Да. Смотри, Володя, тут уже нитки жизни нету. Что здесь нету? А. Нитки. Опа, паря, бля. Следы, кстати, есть, но старые. Что? Следы есть, но уже старые. Да. Что, ты не подскользнулся еще? Нет, но ты светишь мне прямо в лицо. В смысле, еще, а должен был сходить? А как же для контент? О май. Контент был. Почти. Я почти подскользнулся, это не считается. Почти не считается. Вот я и говорю.
Ну я устал. Я говорил, выматываю эту пещеру. Лет уже не 15. Уматывающий. Сам падла бежит, как спортсмен. Я? Не. Смотри, уматывающий подбежал. Нет, так он тут частенько. Частый гость был. Передохни. Нормально. Это мой любимый камушек. Как ты его назвал? Петр Великий. Полетели? Да? Ух ты. А помните вот так, вот эти так называемые нити, если здесь все время прямо? Что? Я говорю, помните вот той так называемой нити, если тут все время прямо. Но в темноте ты не сориентируешься. Естественно. Ну это такое тоже для туристов. Ну, понятно. Вот мы и спросили, вот это туда. Кто как бы не знаком, вообще сразу в панику. Ага. О, блин. О, нихуя, кстати, смотри. Мы справа никогда не замечали с тобой дырку. А? Во, мы ту дырку никогда не замечали. Ну да, посмотри. Вон там дырка. Ага. Блять, оно так все и было жестко? Да. Пошли наверх. Ну что? Тест на Дигера. Ты ржешь, ты первый полезешь. Нет, там по суше будет. У меня такой мокротой. Не свети в лицо. Я нифига не вижу. Туда? Туда. Ты не поешь? Ты тут будешь? Я тебе барсетку оставлю. Закинь на меня. Ну чё? Давай, давай. О! А, подожди, надо барсетку тоже скинуть. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Ползи, ползи. Выключи свой фонарь, все увидишь. Че, ты тоже видео снимаешь, Павел? Я хотел, да. Я думал, тут под меня это.
Ты что, про то, что мы сейчас про бандиты не говорил? А? Вот это то, что мы сейчас про бандиты, про это и говорил? Да. Че? Я-то думал, там узко. А че? Идти далеко. Я же маленький червяк, чем. А вот этого? Блин, я не помню. Видишь, там сзади дальше либо обвал был, либо засыпано специально. Вон тут можешь попить воды, кстати. Родничковый. Покажи, как семечко ты пьешь. А, прекрасная вода. Чистейшая водичка. Дай мне я хочу, может, с вами сделать. А? Я так, а ты все снял, как даже я, блядь? Ну, наверное, да. Отлично. Скинешь мне потом. Скинешь мне потом. Э? Я тебя попросил скинуть мне. Нет, так я-то в видос ставлю. Как я уполз вперед ногой, вперед головой. Ой, блядь. Оп. Ой. 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 Что ты кряхтишь? Вообще вот так вот развернуться. Ой. Пройти. О. Ну что? Что? Вы меня так пугали, что там ужасный какой-то залаз. А вообще ничего стрёмного. Я думал, он будет уже и длиннее. А он там, что там, места много для такого маленького человечка, как я. Тогда надо идти в Петрухи слазить. Это где? А? Это где? Лагерь. Поехали. Не, ну не сегодня, я не готов уже. Там тем более, ну, там надо... Штаны. Да. Штаны нужны. Да не сегодня. Все, может быть, съездим на... Куда? Куда? На шайбу. Заметь, если я... Так встречу... а толку? Там тоже все равно сапоги. Если я в следующем, ну, видео... Ну, хотя бы спуститься там, знаешь. Если я в следующем видео не появлюсь, мне завели куда-то. Ну, пошлите, ладно.